трамваях ездит, под зонтиком идет или берет билет на зарубежный кинофильм. У людей бывают разные маршруты, в том числе и вот такие. В осенний день, бродяг как тень, зашел я в первоклассный ресторан. Но там приют нашел холодный посетитель. Я не модный, у студента вещи на пуст карман. Но там приют нашел холодный посетитель. Я не модный, у студента вещи на пуст карман. Официант какой-то франк, сверкая белоснежными манжетами, он подошел, шепнул на ушко: здесь, приятель, не пивнушка, и таких, как ты, здесь места нет. Он подошел, шепнул на ушко: здесь, приятель, не пивнушка, и таким, как ты, здесь места нет. А год спустя на этом стя я записал сам винный синдикат. И подводя итог итогу, встал на ровную дорогу и надел шкагат без заплат. Официант, все тот же франт, сверкая белоснежными манжетами, он подошел ко мне учтиво, подает мне пару пива, предо мной вертится, как волчок. Он подошел ко мне учтиво, подает мне пару пива, предо мной вертится, как волчок. Кричу: гарсон! Алло, гарсон! В отдельный кабинет перехожу я. Эх, подавайте мне артиста, скрипачей, саксофонистов, вот теперь себя и покажу я. Эх, подавайте мне артистов, скрипачей, саксофонистов, вот теперь себя и покажу я. Сегодня ты, а завтра я. Судьба злодейка ловит наркан. Сегодня пир даю я с водкой, ну а завтра за решеткой напиваю вечный шагабан. Сегодня пир даю я с водкой, ну а завтра за решеткой напиваю вечный шарабан.